когда не получалось. Добрый день, друзья. Спасибо большое, что меня пригласили сюда. Я уже не первый раз здесь, 1 сентября и по окончанию. И каждый раз чувствую, как здесь тепло, уютно и очень доброжелательно. Атмосфера действительно хорошая и добрая атмосфера, которая располагает к тому, чтобы не только учиться, но и хорошо и жить. Хотел бы, наверное, сказать для начала, те ребята, которые приехали в Ленинград, в Петербург, вы попали в удивительный город, и это может быть не просто такой штамп. Ходите, дышите им, и не обязательно в парадные места. Вот забудьте иногда парадные места, красивые места, а просто ходите по Питеру и смотрите, и тогда вы поймете, насколько это вообще необыкновенный город, и не тот город, который только на как красивых картинках. И тогда вы поймете, что вы действительно там, где надо жить и где нужно жить действительно. А по поводу того места, куда вы попали, ну, я не знаю даже, что тут сказать. Это легенда, это знак качества, это то, что сопровождало этот великий город, наверное, вот всю современную историю. Поэтому только пройдясь по этим коридорам, вы увидите, что висит на стенах, какие лица на вас смотрят оттуда, и становится сразу как-то немножко даже боязливо, да, посмотреть, потому что это действительно легенды, это те люди, которые творили историю, творили эту страну. Поэтому, друзья, вот не теряйте время, потому что я вот так смотрю на свои прожитые годы и понимаю, вроде как все казалось еще много впереди, а потом думаешь уже, а уже и поздно. И понимаешь, что многие-многие вещи ты прожил не так, как хотелось бы. Поэтому просто не теряйте, это кажется, что много времени, нет, немного времени. Поэтому дышите каждым днем, живите каждым днем, любите каждый день, и все у вас будет замечательно, особенно в этих чудесных стенах. Здесь вам дадут то, что вы хотите получить, и действительно это будет очень нужно и важно и полезно. В добрый путь, друзья, и всего-всего самого вам хорошего. Спасибо.